Евгений Павлов, участник проекта «Тверь Тим». Мне надо, чтобы я мог приезжать, преодолевать какие-то препятствия. На меня так посмотрели, сказали, ты отдельно поедешь. Гиннес мне отказал в рекорде с мотивировкой, слишком сложно, невозможно повторить. Я закрыл фирму в один момент, не задумывался о деньгах, я пошел делать то, что мне нравится.